«Девочки в классе говорят такие странные вещи», – пожаловался 8-летний Минька. «Например», – насторожилась мама, – «например, я ненавижу потеть». «Что в этом странного?» – удивилась мама. «Ну, мама, как это можно ненавидеть?» – возмутился Минька. «Потеть нужно для выживания. Если бы человек не умел потеть, он бы перегрелся и умер». «Все равно ненавижу потеть», – пробормотала мама. Минька растерянно посмотрел на папу. «Мама тоже девочка», – сказал папа.